Здравствуйте, ребята. 19 побед у нас Hot Champions. Кто не знает, как получить награды, заходите в Hot Champions. Здесь открывайте Completed Seasons. Просто показываю на всякий случай, но на английском языке. Тут показывают места. Я так надеялся, что пересчитает до топ 100. Нифига. Остались мы в итоге 116 место. Вот внизу написано. Сейчас посмотрим, что за это дают. До этого у меня рекорд был, по-моему, только 15 побед. А тут сразу аж 19. Ну, дали вот очки, вот эту синенькую. Вот эта синенькая штучка, не знаю, какую из них дали. Ниже сколько там очков? 2000, что ли? В общем, билет на следующий турнир дали, условно говоря. Так, дали Elite Pack, Jumbo Elite Place Pack, все продаваемые, 6 наборов. Ой, 6 коллекционок. Сейчас покажу, ребят, как коллекционки расходовать. Надеюсь, все знают, но вдруг кто не знает, вот, чтобы не было проблем, заходите в Hot Champions. Здесь меняете. Вот. Здесь все по ценам. Одна коллекционка Power Up Collectibles, какие-то наборы. Конечно, Ultimate Choice Pack самые ценные. Так что мы его и выбираем, да. Да, не показал. Здесь еще можно взять игроков. Вот они имена их. Кертис Гленкросс, Брайан Беллоус, Грег Людвиг. Но здесь я считаю проблема, что не посмотреть, что именно за игрок. Можно его увидеть вот здесь есть. Вот здесь видно, да, Беллоус. Примерно их показатели. Но где рост, вес и так далее, я не могу определить. Если захожу в мою коллекцию, то тоже не могу найти, где. Ну, то есть, где эти игроки Hot Champions. Хорошо было бы с ними ознакомиться, понимаете? А где они? Их здесь нет. Я как бы тут все обрыл. В общем, может быть, кто-то знает, ребят, может, я не знаю, где эти игроки Hot Champions. Потому что наверняка какие-то они там интересные глитчевые игроки, но все-таки хочется их показатели знать и так далее. Все, переходим к наборам. Последний будет у нас Ultimate Choice Pack. Первый будет Elite Pack. Он, по-моему, 25 тысяч стоит этот Elite Pack. Номинал его. Погнали. Гастенбери. О, сразу девчонка. Эбе. Эмеренс Машмейер. Канада. 27 лет. Голкипер. Я ее, по-моему, тестил на воротах. Тестил на воротах. По-моему, ну, какая-то 85-я голкиперша у меня уже была. Форма сборной Германии. Крис Филлипс. Смотрите, какие показатели. 191 рост, 100 килограмм вес. Сейчас карта это актуальна, потому что... Сейчас покажу, почему. Мартинес. Адрес Кэмпа, шлем сборной Великобритании. Вот эти карты, которые были, HAT23 коллекции называются, они актуальны, потому что вот в этих заданиях, вот видите, можно играть или прайм картами, или вот этими картами HAT23. Если поставить команду, вот тут надо сыграть, кто-то написал 344 матча, там всю жизнь. Да нет, ребят, поставьте 20 игроков себе в команду таких,
Если играть надо, там 15 матчей, понимаете, даже меньше, и все. 20 игроков у вас нет, у нас, так, сколько, 4, 12, 18, 19 игроков, да, с голкипером. Так, открываем дальше набор. Jumbo Elite Players Pack. 18 игроков, 80+. Якуб Ворочек, Василий Подколжин, Винс Дан, Патрис Бержон, хороший игрок. Вот есть Павел, такой игрок с Сибири, хирург, часто мы с ним спаррингуемся. Я когда смотрю, что он вытворяет этим Патрис Бержоном, кажется, что это 99-й игрок. Он всего лишь 83-й, но отличный игрок. Кэм Фаулер, Мерсе, Галлахер, Эли Толванин. Красивая какая картинка. Даже не знаю, что это за коллекция. У меня Place of the Year, да, это? Моменты года, в общем. И какая-то спецмонабилити, третий глаз даже есть у него. Такая звездная. Максим Барбашов, Россия, 18 лет. Филипп Читил. Даниэл Нерс. Джейми Ли Раттрей. Левый вингер, в общем. Уильям Ниландер. Тайлер Джонсон. Джон Марина. Так, и самый мой любимый набор, Ultimate Choice Pack. 5 раундов, все 80+. Якуб Рана, Дилан Стром, Нина Нидерайтер, Дрейк Баттерсон. А, по три игрока мы выбираем, да? По три. По три в каждом раунде. 15 игроков, 80 плюс получается. Чистые выгоды будет с этого набора. Ени Хиликорски попалась, вот 86-я фиолетовая. Так, это у нас то левая защитница. Какие-то голоса такие, смотрите, напряженные. 62, не знаю, что может защитник сделать, 62 килограмма веса. Но зато есть у нее шатдаун. Кен Хейс. И Мэтью Ткачук. Вот так сделаю, наверное. Да. Вигар. Маккензи Вигар. Эмиранс Маршмейер. Да, сегодня же, по-моему, уже выпадала она у нас. Голкипер. Да, была уже она сегодня. Тима Мэйр. Джефф Скиннер. Вот так сделаем. Четвертый раунд. Чарли Койл, Андрюш Свечников попался, знаменит он стал после драки с Овечкиным, конечно. Вот, и вчера, по-моему, был Овечкин матч Каролины против Вашингтона, и Овечкин отметился, я 2-1 еще сделал, потом Свечников 2-2. Джек Хьюз, Джон Таварес. Хорошая раздача, посмотрите, сколько карт интересных нам
нападал. И, по-моему, пятый раунд. Марк Андре Флори. Крис Крейдер. Кори Прайс. И 85-й Маршант. Крису нам дали 85-ю в итоге. Так. Не знаю даже кого брать. Ну вот так возьму. Матрики раздачи неплохие. Придется на рынке немножко поучаствовать. Сейчас буду все смотреть, сколько это стоит. Ну, некоторых потестить, наверное, нужно. Так, ребят, спасибо за просмотр. Напомню, что... Тут что... Так, здесь я показал. Видели вы, сколько мы всего набрали нам... Сколько нам надавали всяких карточек прикольных. Вон тут... Сидеть на рынке, пересидеть теперь. Ну, Маршанда, да, попробуем. Сегодня еще будет видео в полночь за предпоследний уровень Ultimate в Rivals Online. Напоминаю, что в Rivals тоже есть карточка вот здесь за... Вот здесь, видите, High Champions Collectible. Вот у меня один есть, могу еще второй достать. И, например, взять себе еще какой-то набор, открыть из High Champions. Типа вот здесь где-нибудь. Вот здесь можно еще у меня Mega Players или Jumbo Elite Players Pack. Я, в принципе, наверное, так и сделаю. Все, ребят, хорошего настроения. Всем побольше вам классных игроков, чтобы попадало. Всем пока.